Друзья мои, всех приветствую. Сегодня у нас тренировка на мышцы спины. И мы ее будем выполнять не по привычному уже для многих системе 2 плюс 2. Сегодня решили разбавить. Сегодня у нас будет, ну, естественно, классика у нас сначала это подтягивание. Куда же без подтягиваний. Вот. Но мы решили долбануть суперсет. Вот, в первом же упражнении. Ну, в общем, смотрите сами, что сейчас будем делать. Итак, первое у нас упражнение. Подтягивание. Мы выполняем 5 подходов на максимальное количество повторений. Допустим, 12. И сразу же делаем пуловер в верхнем блоке. Попробуем. Второе упражнение, которое будет у нас в комплексе, тяга Т-грифа. Давно уже не выполнял это упражнение, хотя это одно из самых эффективных упражнений, кстати, одно из моих любимых упражнений по причине его эффективности. Вот. Здесь в данном случае есть один нюанс. Главное, чтобы нагрузка не уходила у вас на поясничный отдел. Если нагрузка у вас уходит на поясничный отдел, вы либо выбрали слишком большой вес, либо делаете неправильно, либо и то, и другое. Нам необходимо сделать 4 подхода по 10, ну по 8-10 повторений. Переходим к нашему третьему упражнению. Как вы могли заметить, первое упражнение и второе у нас было это горизонтальные и вертикальные тяги, да, то есть вертикальные тяги у нас, соответственно, сверху, горизонтальные это у нас, когда мы тянем на себя, вот. Для того, чтобы полноценно, комплексно проработать мышцы спины, соответственно, надо совмещать два этих нюанса, то есть первое упражнение у нас, получается, были вертикальные тяги, второе упражнение горизонтальные, и сейчас у нас опять будет вертикальная тяга. Тяга верхнего блока. Широким хватом. Нам необходимо 4 подхода по 8-10 повторений. Как Саша любит говорит, бодро, бодро. Именно. И, наконец, наше заключительное, четвертое упражнение. Опять у нас горизонтальные тяги. Тяга нижнего блока одной рукой, поочередно здесь. Обратите внимание на амплитуду, как сильно дядя Ваня заводит лопатку назад, тем самым максимально сокращая. И как растягивает. Просто по учебнику. Четыре подхода. По 8-10 повторений.